А второй рычаг, получается, вон тот, он стрелой управляет? Это поворот башни направо-налево и плюс выдвижение стрелы. Задвигает-выдвигает. А этот майна грузом, майна вира грузом, короче, и подъем и опускание стрелы. Вот это выдвижение, вот выдвижение и поворот. А вот это подъем, опускание и плюс майна грузом, майна вира грузом. Ага. Я думал, сначала у вас тут какая-то камера есть, чтобы видно было, а так ничего, все отсюда досмотреть только. Больше вариантов нету. Короче, на тяжелых кранах, я тебе скажу, практически даже мне можно не видеть ничего. Мне дают рацию, ну, не на таком кране, конечно, 60, а вот если уже 150, 160 тонн, 200 тонн, там стрела 120 метров длина. Вот тебе дают рацию, и ты, тобой руководят чисто голосом, короче. Ты сказали майна, вира, поворот, короче, туда-сюда. Ну, знаковые сигнализации, короче, это заранее обговариваешь. Вот я сейчас грузом опускаю и поднимаю стрелой. Вот смотри, видишь, у меня стрела вверх идет. Вот. Видишь, стрела вверх идет, а груз у меня на месте стоит. Так же не может быть. Ну, крановый, видишь, может. Это я сейчас, видишь, я груз могу быстрее опускать. Вот смотри, видишь, груз опускается. А могу наоборот его поднимать. Вот. Ну, короче, как это в зависимости от ситуации, короче. Вот сейчас я делаю, смотри. Подъем стрелой делаю, майна грузом делаю и сразу поворот еще стрелой делаю. Три операции вот у меня сейчас идут в данный момент. Вот видишь? Сейчас у меня стрела поднимает вверх, груз опускает вниз и поворачивает еще стрелу. А что ты не фоткаешь? Вот эту фигню одели. А так я ключом беру, допустим, вот так. Раз, поворачиваю, я полностью отключаю компьютер. И, ну, как ручное управление? Да. Получается, я ответственность уже беру на себя, короче, и потом управляю, короче. Вот, или так, ну, уже нет. Вот это все, это у меня руль. Это я даже со скворечник, вот видишь? Вот, это руль. Вот, я отсюда могу ездить. Вот это я могу полностью опоры, как внизу я операции делаю, вот это опоры, да, органы управления, да, я полностью соберу кран, складу, все туда-сюда, короче. Вот это руль, я переключусь на руль, вот это задние колеса поворачивать. Вот это мой руль тоже, направо-налево. Ну, я, короче, или отсюда могу управлять, или отсюда. Вот у меня газ, короче, если я буду ехать, допустим, вот это я могу включить. Это назад, допустим, вход, это вперед, вход. Ну, назад еду. Дальше педалями также управляется просто. Да, да, все, переключение. Это все педали, короче, вот у меня руль. Что, ну, поворачиваю я. Вот, допустим, он поехал, направо, налево. Вот. Вот это я переключаю. Это, допустим, задний ход, передний ход. Это на всех кранах также, что отсюда можно управлять или нет? Потому что я думал, что это вообще как отдельная машина здесь стоит. Ну, как машина на машине получается. То, что сверху управляет стрелой. Да. Так и есть, да? Да, так и есть. А двигатель тоже отдельный? Ну, да. Это верхний двигатель, вот видишь? Сейчас он делает, ну, компьютер, короче, тестирование делает себе. Вот он тестирование сделал, сказал, все, тест я сделал, все. А как он сейчас держит, если вы отключили? Вот. Ну там замки же стоят, Натянуты просто. Да. Когда учиться нужно, это понимать, получается, перспективу, да, когда вы перемещаете груз какой-то. Ну, когда вы учились, чему именно обучали? Больше тебе объясняют теорию. Вот те, то, что дали там, ты через какое-то время проходит, когда ты на кране работаешь, ты потом только осознаешь то, что тебе там говорили. Ну, опыт. Как? Я не то, что это понты, а ты вот это все до тебя доходит с опытом, со временем, короче. Кому-то быстрее доходит, кому-то вообще не доходит. Вот эта кнопочка, допустим, вот, видишь, вот эта кнопка, это замок у меня противовес у меня сзади висит, здесь 100. Вот. Если сейчас вот сюда надавить,
Uh-huh. Если замок откроется, вот эти сзади 10 тонн упадут. Uh-huh. Они вот так бух, и у меня перед бух, короче, сделан. Вот это. Гак, это я, допустим, когда запасовку, представь, вот он у меня 60 тонн тянет, да? Uh-huh. И я, допустим, стрелу положил и зацепил, да? Ну, гак зацепил, чтобы он у меня спереди не болтался, я его цепляю. Вот я, если я его начну затягивать, представь, 60 тонн, я вырву там нахер все, короче. А я давлю вот эту кнопочку, вот и так. Он делает усилие 700 килограмм, uh-huh. и 700 килограмм, с усилием 700 килограмм я уже гак. Ну, если мозгов нету, допустим, можно из дури А вот это давление показывает 8 бар, это что? Где? А вон справа снизу этот. Не-не-не. Вот, бар, это? Да, бар. Это давление воздуха в двигателе сейчас. Ну, двигатель же работает. Ага. Двигатель то же самое, что верхний двигатель, что нижний. Верхний также там есть кислород, управляет тем, допустим, mm-hmm. компрессор. Вот. Ну, гидравлика, да, потому что по этому давлению там... Нет, гидравлика. Не гидравлическая разве? Гидравлика здесь где-то рабочие, где-то 160 атмосфер гидравлика работает. Обалдеть. Вот представь, чтобы мне вот это, допустим, чтобы мне 60 тонн стрелой поднять, ага. вот, представь мне, сколько это, какое давление нужно, чтобы в этот цилиндр. Видишь, цилиндр. Чтобы в него масло загнать, чтобы у меня движение какое-то началось, чтобы стрела начала подниматься, где-то 160 атмосфер. 8 бар это. Я у себя где-то 10 закачиваю. Вилка на велосипеде тоже. Моя подвеска. Сколько у тебя велик стоит? Ну, нормально как. Сейчас. Не знаю, сейчас цена поднялась, когда доллар все нормально был. За 150 взял. За 150 долларов? Тенге, тысяч. А, тысяч? Ну, я говорю, вот я велики видел, 3000 долларов. А, конечно, нет, это нормально. В Германии. Это хороший велосипед. Там в зависимости от дальше, как подвеска идет, да, колеса да. какие, материалы, с которых сделаны. Сейчас карбоновые уже более-менее подешевели. Их вот так одним пальцем поднимаешь. Кевлар, карбон. 5-килограммовые велосипеды. Ну там велик реально вот, как, он продается, вот он стоит. И тут же картинка, ну в Германии я видел, как он на этом велике в горах подпрыгивает. Летит метров, ну не соврать, метров 70, наверное. 60-70 метров. И приземляется. Вот так он летит и тут же на гору приземлился, на дорожку вот так. Ну он не прям вот так вот, а он, конечно, вот так под уклон, короче. И не прям вот на плашмя, если он плашмя, ему жопа будет, а он вот так вот, короче. И колесами начинает под уклон касаться вот так, и касается, и медленно, короче, потом вот так. Ну подвеска шикарная. Да. Мы тут сколько можно, там метр подпрыгиваем.